В Славянском районе прошел День призывника. Торжественное мероприятие по чествованию ребят, отправляющихся на службу в Вооруженные силы Российской Федерации. По традиции призывников провожали с территории автошколы ДСААФ. С подробностями наши корреспонденты. День призывника в Славянском районе – мероприятие ежегодное. Оно проводится в целях патриотического воспитания юных славянцев. Сегодня в торжественной обстановке мы ребят поздравляем с тем, что они совсем скоро в этом году станут в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Это традиционное мероприятие, проводим его ежегодно. И я думаю, что такие мероприятия необходимо проводить, чтобы повышать статус, повышать привлекательность службы в вооруженных силах, чтобы ребята чувствовали торжественность, чувствовали свою сопричастность к нашей великой, огромной стране. Поздравляя молодых защитников Отечества с важным событием в их жизни, глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что, по его мнению, служба в армии – дело почетное и важное. Главное помнить, что дома ребят ждут и любят. Быть солдатом непросто. Солдатская служба требует физической выносливости, крепости духа, мужества и отваги. С гордостью могу сказать, что призывники нашего района всегда соответствовали этим требованиям, отлично осваивали науку боевой и политической подготовки. Дать напутственное слово призывникам прибыли те, кто 70 лет назад подарил нашей стране победу в самой страшной войне человечества. Ветераны Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель и Вениамин Николаевич Зоря. Вы наша гордость, вы наши самые настоящие защитники нашего государства. Я считаю, что вы честно оправдаете то доверие и выполните любой долг, поставленный перед вами. Ваша обязанность защищать Отечество достойно и хорошо. Почему? Ребята, я рад, что вот вы не испытывали то, что испытывали ваши бабушки, прабабушки, дедушки и прадедушки. Но это еще не отправка в армию, это всего лишь подготовительная часть к службе. Повестки они уже получили, но ребятам еще предстоит закончить водительское обучение. А уже после этого парней ждет армейский распорядок, строевая подготовка, наряды и построение. Призыв этого года уникален тем, что выпадает на год празднования юбилея Великой Победы. И, соответственно, от будущих солдат ожидают не только достойного несения службы, но и храбрости, мужества, героизма. Тех качеств, которыми отличались люди, подарившие нам мирное небо. Многие новобранцы заявили, что в будущем намерены связать свою жизнь с военным делом. Я хочу служить в армии, жду этого момента, чтобы дома родители гордились, преподаватели. Впрочем, хочу защищать свою родину и жду этого момента, когда меня призовут. Кто служит в армии, вполне легко можно войти уже с радостью. В завершении праздника будущие защитники Отечества получили из рук ветеранов памятные подарки. К поздравительным словам, которые в этот день прозвучали в адрес призывников, присоединились творческие коллективы города. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».